что в комплекте iPhone XS Max. Давайте откроем коробку и посмотрим. Сама коробочка должна быть в пленках. У нас она уже нет, потому что мы открывали его конвертик. В нем скрепочка для сим-карты, наклейки. Далее мы видим телефон. Он также должен быть в пленках. Но мы его уже смотрели. Наушники сейчас идут с разъемом Lightning. Apple давно отказалась от разъема 3.5 джек. Также не кладет уже в комплект переходничок на 3.5. Далее адаптер питания. Адаптер питания обычный, одноамперный. В данном случае у нас идет американский, поэтому у нас два плоских контакта. Но используя переходничок, можно заряжать спокойно в наших розетках. Какой адаптер питания, зависит от страны. В данном случае у нас американский телефон, поэтому американский адаптер питания. Обычный кабель Lightning на USB-A, к которому мы все привыкли. Больше ничего нет. Кабель, адаптер, наушники и сам телефон. Все.